Тут всегда прям вкусный сок. Торжественная церемония разрезания ленточки и торжественная церемония зажжения факела природного газа. Сегодня очередь дошла вот для таких небольших поселков, как деревня Иваново. Там, где 100, там, где порой и меньше домов. Мы отчетливо понимаем, что газ – это жизнь. Это жизнь села. Это жизнь наших граждан. Более качественная, более лучшая. Поэтому стараемся это сделать. Председатель правления компании «Газпром» Алексей Борисович Миллер, он очень внимательно относится к той области. И вот программа синхронизации позволяет нам, это совместная программа, Тульской области и компании «Газпром» позволяет нам ежегодно подключать 45 населенных пунктов. То есть примерно 4500 домовладений приходит газ каждый день. Каждый год, извините. Это очень высокий показатель. Вообще сегодня в области у нас уровень газификации 86%. Вот. Но важно, чтобы вот он приходил в деревню, и деревня тогда жила. Еще раз всех поздравляю. Thank you.